Идем в филармонию сегодня. Щецинскую первый раз. Дарсень? Класс. В холле филармонии мы в первый раз. Касса. Вот как тут интересное здание. Какое? Кофе можно выпить. Сейчас мы, наверное, так и сделаем. Вот в холле филармонии можно приобрести такой мини-магазинчик музыкальный. Очень удобно. Покупаем билетики. Вот уже аудитория постепенно собирается. Люди нарядные, абсолютно тоже разного возраста все. Вот, так что тут тоже на концерты не ходят, только бабушки. Очень есть и неформальные, и формальные, какие хотите. Вот идет навигация на странице. Тут интересно, все отображается. Реклама идет. О, пошли искать места. Угу. Тут еще выставка какая-то. Портреты. Очень красиво. Zapraszamy na kolejne koncerty.
иду по Щецинской филармонии, и такое все в белом. Я чувствую себя просто как в конце тоннеля. Ну, концерт был интересный. Вот. Приду сюда еще.